Здравствуйте. Здравствуйте. Я вроде все установила. Ой, сейчас будем пробовать. Так. Вроде все сделала. Насколько оно работает, хрен его знает. Так, настройки. Кнопка локализация. Угу. Так, есть. Где анонс? Еще, видимо, не сделал. Ты там же штупит этот бот в Дискорде. Поэтому еще пока нет. Я только запустил-то. Так. Вот и анонс. Вспомнили. Так. Здесь я вроде ничего не меняла. Назад. Авторы назад. Подождите, где? Вот, загружаемый контент. Установлено. Так. Альтернативный облик на Трис у нас есть. Альтернативный облик на Йеннифер есть. Новая анимация добивающих ударов есть. Стрижки бороды есть. Комплект нильфгаардских доспехов есть. За новая игра плюс. Я не вижу, чтобы была херня с этими, блин. Да, разобрались с Максоном. Мне интересно, сделалась ли херня с HD клиентом. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать... Нежно леща ему дала, но не совсем. Ну, каждый обсудил, что там, как там было. Якобы, ну, им там показалось одно, мне показалось другое, и все так и вышло. Так, благодарим за покупку комплекта дополнений Каменные Сердца. Ваше отслеживаемое задание изменено... На первое задание дополнение. Однако мы рекомендуем браться за него только если ваш персонаж уже достиг 30 уровня. Хорошей игры и удачи на пути. Ой, твою мать. Так, мастер рун. Что за фигня? Каждую обсудила, виноват остался я. Да. Надо же было кого-то виноватым оставить. Мастер рун. Играя в комплект дополнений Каменные Сердца, вы встретили мастера рун. На карте он нет. Он отмечен знаком книжечки. Это новый ремесленник. Единственный в своем роде, прибыл издалека и может использовать тайные значения, чтобы значительно улучшить ваше снаряжение. Найдите его и проверьте сами. Кровь и вино. Добро пожаловать в дополнение Кровь и вино. В этом режиме задания основной сюжетной линии остаются доступными. Чтобы взяться за кровь и вино, сначала выполните задание по этого пале. Окей. Все. Все. Я хз, как вы думаете, графика улучшилась или такая же? Не, вроде, кстати, улучшилась. Можно, кстати, на стенах проверить, ну-ка. Тихо ты, куда ты проехала, господи. Да, улучшилось. Вижу. Платва, куда пошла? Теперь помедленнее. Так, что у нас вообще тут за квесты? Так, ну это мне еще рано. Гвинт, так, войти к прорицателю. Где прорицатель? Какой-то жопа, да? Да, конечно, прорицатель в жопе будет. Ой, господи, помоги, пожалуйста. Голова разболелась что-то. Я, кстати, так и не сделала покушать. Ну, овсянку похавала, тоже нормально.
Так, где Плотвень? Плотвень моя, Плотвенюшка, малюсенька, писюсенька. Так, нет, не сюда. Но. Привет, кукольчик. Привет, мой хаофый. Ну что там, тебя сегодня не обижали на работе? Да, кстати, ехать, скорее всего, придется долго. Включу, короче, галоп. Куда ты прям поехала? Алло, она ж по дороге должна ехать, кек. Ох уж это Плотвень. Все покусал? Все, всех? Или как, или что? Ой, я его немножечко не ранила вообще ни разу. Блин, может с ними подраться? А? Их тут, правда, много. Вожак дезертиров. Да, блин, песиков жалко. Нет. Да еб вашу налево. Почему мне дамаг не проходит? Они, ну-ка, ударь меня. Ударь меня. А, не, проходит. Не знаю, я установила дополнение с кровью, а я не вижу много крови, если честно. Херня какая-то на постном масле. Больно! И хорошо! Ах вы уроды! Не отпускай его! Собачий сын! А может быть это ты собачий сын? Всех? Ну, красавчик. Жесть, кровушка. Жесть, такое ощущение, знаете, как будто я в лесу. Слышите, птичка поет. Я когда, короче, в школу раньше ходила, у меня такая птичка все время это звучала. Блин, мне, кстати, надо загуглить, где взять маслечко. Мне кого-то, для кого-то не хватает маслечка, я помню. Так, здесь я вроде всех поубивала. Так, это понятно, это залутать, а вот это не надо лутать. Опа, там еще есть живой челик, пойду я его убью, да. Золото пустое? Ну ладно. Ну ладно. Так, где моя Плотвень? Слышите, птичка? Или это у меня в голове уже? Кукуха поехала! Ну! Серьезно, он ходит по кругу? Слышишь? Что ты слышишь, Фельдчик? Фельдчик, когда мы будем играть в лол? Скажи, пожалуйста. Здорово, Ангельчик. Ты вернулся? Интересно, у них тут заданий нет, как я погляжу. Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. Я скучал? Да. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай.
Я вижу белого волка, который входит в вековечные глубины. Он поет гимн безумия и отчаяния и призывает того, кто не умер, ибо умереть не может. Чего? Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но шоколадный, что ли? Драконий корень. Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Так, я тут, там. Я тут. А вы там. Блин, что у меня рука в чем? Глюш мог бы не донатить 25 тряпочков? В смысле мог бы не донатить 25 тряпочков? Я очень благодарна за 25 тряпочков. Кингуша, бери пример. Так. Посмотрим, может, оно еще там. Так, найти драконий корень, используя ведьмачье чутье. Каким махером можно узнать? Нужен ли мне вообще этот чувак? Я просто не любитель этих всех, кто гадает. Потому что, так можно судьбу свою прогадать. Дела, блин, приколи мне бежать. Ладно. А ты так сильно со мной хочешь поиграть в лол? Да нет, просто что-то раньше ты вроде это с нами играла, а потом что-то как-то забросила, мне стало интересно. Блин. То есть мне нужно зайти в пещеру, да, и с кем-то подраться. Ладно. Ух ты, ёб твою мать, здесь темно, я в чьей-то жопе. Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? Я играю в лишку, только одному мне скучно. Кошку выпей. Да мне не нравится эффект кошки, он какой-то странный.
Что, тут ничего нет, что ли? Ладно, валим отсюда, значит. Ой, господи, я испугалась. Спасибо за фоллоу. Эй, куда идти? Помогите, я не вижу. О, нашла. Нашла дырочку. Ты купила Ведьмака? Да, я купила Ведьмака со всеми DLC и установила моды, которые вы мне сказали. Вот, так что все good, все good. Давай подеремся с этими чуваками. Черт! Да ёб твою мать. А чё я сюда пришла? А, просто подраться. Я вспомнила. Так, ладно, мне надо вернуться к дедушке. Честно сказать, я хочу поиграть в игры с кем-то, а не один. Я поняла. Не, ну, как я вернусь в лол, можем играть. Блин, башка начинает раскалываться, твою мать. Не есть хорошо. То, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Не знаю, Хальчик. Я вижу волка. Он бредет вперед к одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эстуахесса, да будет так. Внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хены Хаэр, из зерна засеянного. Пророчество Итлины. Оставь меня. Иди. Иди уже. Здорово, Варяр. Так, я, чувак, хочу с тобой еще поговорить. Давно у тебя видение? С детства. Как-то взяла меня мамка к деревенской ведьме. Вот я и свалился в котел с какой-то чародейской бурдой. Если серьезно? А если серьезно? Я посмотрела, эти моды есть, но я не знаю, включенные они или нет. Зайти глянуть сейчас? Всякое. Ой, ля, а что на заднем фоне с чуваками? А, у них... Лола, реально, что у них с лицами на заднем фоне? Чего? Что с ними вообще? Ущет. Я хочу спросить. Ну да, я играю в Гвинт. Да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах.
птичка на меня не нагадит. У меня уже не бомжарская версия Ведьмака, так что не надо. Разложим карты. Я, правда, сейчас сосну, скорее всего, ну ладно. Блин, херня карты. Ого. Блин, он сейчас на первый ряд, походу, как призовет всяких пиздюков. У меня есть мороз, слава богу. Слава яичкам, яичкам, слава, слава яичкам. Ах ты пёс смердячий. Охренеть, у него всё на первый ряд. Всё вообще, всё. Охереть, я, кстати, сейчас еще и проиграю, походу. Ёб твою мать, ёб твою мать, господи, так, ладно, сейчас попробуем вот так вот еще. Пожалуйста, пожалуйста. Ты шо, ёб твою мать, ты больной ублюдок! Я уже думала, я... Помогите, помогите! Мне ноги пошёл. Добрые боги послали мне победу. Что ж, загляни ещё как-нибудь на партийку. Я в шоке. Я в шоке. Ой, не-не-не. Вернулся. Я не то нажала, отстань. Прости, но у меня нет на все это времени. Главное, чтобы тебе хватило времени на то, что действительно важно. Так, ладно. Давайте мы сейчас сохранимся. Антман, ты здесь? Так, главное меню. Блин, как у меня затылок болит. Жесть. Шок там-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Это... Антман, Антман. Смотри, загружаемый контент установлен.
Альтернативный облик Йеннифер, альтернативный облик Трис, новая анимация добивающих ударов. Ну, вроде все. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Вель. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Так, где моя лошадь Пржевальского? Так, мне нужен следующий квест. Потом пойдем подеремся, а потом, может, закончим скачки. Не, я, наверное, скачки закончу не на стриме. А то я сгорю. Интересно, что здесь случилось? Алиса, включи песню «Мы едем в далекие края». Включаю Юлий Ким. Песня «Мы едем, едем». Мы едем, 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 господа. Мы едем безотчетно, словно бредди. Дорога наша катится, не знамо куда. Алиса, выключи. Алиса, выключи песню. Это не та песня, которую я хотела, но ладно. О, нормально, я тут насобирала. Ну, Антман, я уже показала допы, которые я установила. Тебя не было, я не буду опять выходить. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Алиса, включи «Едем в соседнее село». Включаю «Султан Ураган», Мурат Тхагалегов. Песня «На дискотеку». А самолет по небу летом лет. Алиса, сделай тише. Еще тише. Алиса, сделай тише. Она так орёт. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем в соседнее село. Так, Алиса, сделай тише. Весна, весна, на улице опять весна. Это опять, кажется, не та песня, или та? Коты-коты орали за окном, скоты рвали на куски мне душ. Где же ты, где же ты? Она меня с ума свела. Она, покой и волю забрала. И почему так сладостно от боли позабыл я все пути, потерял пароли. С
соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей партнёркой. Едем, едем с гаражом на папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Всё, Алиса, выключай песню. Шевелись, плотва. Блин, я еще не настроила громкость, чтоб, блин, Алиса просто разговаривает в одну громкость, а музыка в другую. Блин, она так заорала, мне сейчас соседи тут стучать будут, походу. Эх. Нет, Алиса, не надо. Блин, долго мне еще бежать? У меня такое чувство, что легче было, да, легче было тэпнуться. Ну ладно, уже добежим. Она вошла. Да, они есть в настройках, как установленные. Я же говорила уже. Ну, тебя просто не было. Блин, такое ощущение, как будто это не собаки, а эти медведи. С медведями бегают. Кстати, надо еще посмотреть, есть ли у меня эти навыки. Шлёшка, маленькая шлёшка. Ой, зачем я? Зачем я? Давай, плотва. Лёшка, Лёшка, ты такой пиздёшка. Эй. Ливаю, я обиделся, ливаю отсюда, потом переговоры. Нормально делаешь. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии, от Дикстры. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем пройдемся. Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовид здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Уродился я реданцем, а дезертировать не стану. И потом, в армию-то я пошел, пока Визимир сидел на троне. Вот добрый был король, мудрый и справедливый. Родовид — другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы редание когда-нибудь вот так вот выглядело. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать, из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли, но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка, грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Какие все добрые. Прям няшки-милашки. Да здравствуй, да здравствуй. Так, а куда мне надо? Я что-то не поняла. Ну ладно. Давайте глянем, куда мне надо.
Ага, поняла. Так, я хотела посмотреть эти... Да, оля, смотрите, сколько у меня тут прибавилось, ёб твою мать. А что вы мне говорили? Ай. Блин. Что вы мне говорили, надо... Во, сильная спина, да? Боевое безумие. Да, я купила с DLC, еще и моду установила. Так, классно? Да, у меня есть слот под мутаген, и я еще могу потратить одно очко на желтую херню и сюда ее поставить. У меня, кстати, нет желтого мутагена никакого. То, что ты скинул, и я еще поставила HD, которая, ну, все делает HD, это там три установщика, три части, я их все установила, и оно, ну, оно делает не сильно так, ну, оно ничего не меняет, оно просто улучшает то, что есть, короче, там, типа, стены, лица и такое все. Сейчас, короче, выйду, покажу. Так, сила атаки, ну, у меня желтого нет, так что пускай будет так. Я вот думаю, что взять, лакомку или... Не, сильную спину не хочу, хочу... Лакомку хочу. Крафти в алхимии большой мутаген. Так, желтых мутагенов нет. Приветик, что там с дополнением у тебя? Когда будем делать? У меня все есть уже. Я уже... Мне вчера задонатили, я уже купила себе своего ведьмака с DLC. Смотрите, сейчас вам покажу. Короче, так. Смотрите. Все, у меня установлено дополнение каменные сердца, кровь и вино. Потом у меня комплект каменные сердца, комплекте мирских доспехов. Доспехов. Набор стрижек, волос и бороды. Новое задание. Альтернативный облик Йеннифер. Комплект нильфгардских доспехов. Альтернативный облик Трис. Новое задание золото дураков. Герой баллад. Ну, это набор карт для гвинта. Что новая игра плюс, я не знаю, что это. Новое задание. Альтернативный облик Цири. Не знаю, это уже было, я это не устанавливала. Это оно и было. Новое задание, заказ особо опасный преступник Скеллиге, комплект превосходных арбалетов, комплект скеллицких доспехов, новое задание, игры кошек и волков, новая анимация добивающих ударов. Они могут быть не включены, а как их включать-то? А, во! Альтернативный образ Йеннифер, Трис, набор нейтральных карт. Ну, пускай будут. Цири лучше не менять, да?
Цири тоже включай. Окей, ладно, все, я все включила. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к воронам, самозванному владыке. Блин, опять живот болит, да я что-то поела. Когда Тан пригласил, снарядил ее в Новиград. Так. Чтобы всех дикая охота. Куда? Хорошему тебе советую. Чёртов скок от 50. Страшно высокая пошлина. Так не я ее установлю. А король? Искра, а ты за кого болеешь? За Йеннифер или за Трис? А, вон фургон. Повозка, похоже, не повреждена. Странно. Надо осмотреться, может, найду что. Волчата, простите. Простите, мои хорошие. Так, и что? А, во. Башмак. Что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Интересно, где хозяин этого башмака? Веник Рыжовник? Не-не-не, мне вообще все равно. Просто, блин, ты тут пропустила у нас человек, когда вчера вроде как раз раздаривал сапки путем опроса, за кого, короче, за чей ты лагерь, короче, за Трис или за Йеннифер, вот. И... Не, ну хотя он, в принципе, всем раздаривал сапки. Вот. Башмак, что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Слишком много башмаков, не кажется вам? А он что тут делает? О, здорово. Привет. Возьмак, иди себе. Водки собираю. Да я вижу. Мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и Пок будут злые. Ок и Пок. Твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него бодки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туды. Его съели? Не, он костлявый, нехороший. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Пога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки.
Бывает. Срочно отъедайся, защита от троллей, да я и так отъелась. Черт, мне норм. Где-то рядом. А, не сюда, ну ладно. Так. Эй, залезь. Так, значит, мы сейчас отхилимся на всякий случай. Может, теперь пышные комплименты говорить? Ох ты, шутник, засранец, блин. Блин, темно. Не могу, я не люблю, когда темно. Таля? Ну, конечно. Кто еще будет учить троллей ругаться? О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Иди отсюда! Или в суп! Я ужасно жилистый. Это правда. Ты только взгляни на него. Кожа до кости. Ну, господа тролли, мне пора. Вы тут потренируетесь, что я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Тала, не ходи. Тала, сиди на жопе. Вот и швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти. Вот и жить. Он мне нужен. Нужен тут. У тебя есть боты. У Ога нет. У Рога и Бога нет. Искра не помню, сделай, но скорее боты, всего да. А что такое? Пойдет. Так, спокойно. Талер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Монокль? Не помню. Слушайте Геральта, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи, как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Мы с Геральтом пойдем сейчас. Принесем, сука, кожи. Потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоёбы упрямый. Ну пусть идет. Только пусть вернется. Ты, я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Должен признать, ты умеешь обращаться с троллями. Никогда не думал обзавестись детьми. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодны. Ох, вижу, ты ничуть не изменился. Чуть тронь, сразу смердишь, как гнилая. Интересно, капуста. Почему они бесплодны? Потому что мутаген, типа, какой-нибудь там убивает или чего? Пройти за Таллером. Куда? Куда пройти? Твою мать. Можешь быстрее, плиз? Ос. Давно мы не виделись. Что ты, как ты? Нильфгард раздолбал разведку Темерии за одну ночь. Я едва ушел. Квасил с горя до тех пор, пока печень не сказала «хватит». И что теперь? Работа над ошибками. Все сначала. Верчусь по округе, слушаю, спрашиваю, вербую новых агентов. Как живешь? Как картофельная моль. Сижу тихо, в глаза не бросаюсь, рубаю картоху. Рубаю картоху. Ну будь. Как-то подозрительно звучит, рубаю картоху. Где Джохин Похин? Кто? Кто из Джохин Похин?
А еще, кстати, у меня, знаете, какой вопрос есть? Смотрите. Здесь можно создать... Вот, доспех школы кота. А он тут вот с одной дырочкой. Это показано. Допустим, перчатки школы кота. Здесь дырочки нет. Я просто видела у другого стримера, у него там на доспехе две дырочки, на и в каждом этом самом по дырочке еще, ну, чтобы эти вставить, глифы. И мне вот стало интересно, это уже улучшение там стоит? То есть это у него там, ну, школы кота один? Вот, не улучшаются, я понимаю. Продвинете доспех, чем эластичнее дырочки, как все, как у самок. Ах ты жук, какой же ты жук, я не могу. Спасибо еще раз, Геральт. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу DX3 и Роше, как ты Огу поднасрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Что будешь теперь делать? Ну как что, вернусь в Новиград? Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей. Прости, брат, но хер я тебе... Блин, я так хочу что-нибудь вредное такое съесть. Вот мне резко, как только мне сказали врачи, что мне надо на диету сесть, мне резко захотелось жареной яишенки. Такой прямо аж с зажаристыми краёчками, с лучочком, такой с помидорчиками. Я понял. Слушай, откуда Глюгель знает про дырочки самочек, если он задрот? Я сама в шоке. Я уже его сколько знаю, и я вообще ни разу не видела и не слышала, чтобы он мне про какую-то бабу рассказывал. Ни разу, господи, я его уже знаю сколько. Блин, а сколько я его знаю? Подождите, я сейчас свернусь. Вот реально, Глюша на меня подписан. Отслеживается с 12 ноября 2016 года. То есть практически... В этом году будет 4 года? 4 года, да? Вроде с математикой не совсем плохо. Типа жесть. У меня вопрос, зачем я должен рассказывать про самок? А почему нет? Почему нет-то? Алло. Ну там типа похвастаться, смотрите, какую я самку нашел, там все дела, моя самка. Вроде мужики все так делают. Со своего двора не денешься. А башмачник может заехать куда угодно. В этом можешь не сомневаться. А ты хвастаешься? Не, я нет. Фургончик организовал. Красота. А то... Ну хотя, блин, слушайте, зачастую, когда у меня появлялся мужик, я всегда об этом говорила на стриме. Куда-то прется. А знаешь... Что бывает, когда то есть, в принципе, ну, я не хвасталась, но все об этом знали. В кровь сбиваются. Может, у Глюгеля самцы, раз он умалчивает? Не знаю. Сапог. Ну, в любом случае, он умалчивает и за самцов, и за самок. Бывай. Удачи тебе. Экола, здорово. А что такое? Примирится. Хочешь стать им? Родовит. Хочешь стать моим самцом? Да, но детка, мы что-нибудь придумаем. Точно тебе говорю. Скоро о его смерти весь север будет говорить. А сейчас как дела в ЛЖ? Что такое? А, в личной жизни? Не боись, нормально, Геральт, вроде. Мы не пропадем. Нет, я Бывай. Девочка. И что это? Не про... А, ну ладно, ты хочешь стать моей самочкой? Угу. А, не, все, мы уже разговаривали. Я, сука, уже есть. Так, квест, следующий квест. Какой мы хотим следующий квест? Гвинт, ставки, скачки. О, это подраться можно. А, распутать клубок, черная жемчужина. Нет, так это хер знает где. Скачки и еще один гвинт. Да господи, вы серьезно? Ладно, гоу подеремся, а потом пойдем тогда по сюжетке. Потому что все остальные квесты у меня остались. Это либо гвинт, либо скачки. Вот, а у меня жопа сгорит, если я буду в это играть. Я замужняя девочка. И чего? Многие мужики, кстати, считают, что девочка с девочкой это не считается изменой. Здравствуй,
Ну-ка, мужики с чата, скажите, как вы считаете? Девочка с девочкой — это измена или нет? Хватит с меня этой работы. Спасибо за фолу. Я удивлен, что кто-то кого-то хочет. Ой, кек. Пойду я смотреть третий сезон леденящих душу приключения Сабрины. Ну давай. Девочка с девочкой — это чирик с Кингом. Нормально ты делаешь, нормально. Конечно, измена. Ты все вывески прочекала, которые есть на мини-карте? В смысле? Нет, не все. У меня тут еще на самом деле на этой карте столько всего неоткрытого. Это просто жесть. Если присутствуют два половых органа, и один из них не твой, это измена. Ну, кстати, да. Кстати, да. Girl-girl — это ножницы, не измена. И как обычно, просто призрак. Тогда еще много квестов осталось, тебе надо. Так, гоу, это... С кем тут? С кем? Меня зовут Геральт. Пап Грубер, я принимаю ставки. Ты же драться будешь? Расскажешь побольше об этих боях? В Новиграде, на островах Скеллиги и на землях Велина организуют поединок. В каждом месте свой чемпион. Однако, чтобы бороться с чемпионом, надо сначала победить других противников. Тот, кто победит чемпионов Новиграда, Скеллиги и Велина, получит почетный титул чемпиона чемпионов. А если присутствуют два половых органа и оба твоих, то тебе и изменить некому. Кек. Давайте сделаем ставку в 50. Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион Арчибальд О'Нейл выйдет против Геральта! Начали! Ля, сразу начинает. Ля, ублюдок. Если твой парень изменяет тебе с другим парнем, то это измена. Слушайте, я уже рассказывала историю про то, как у меня один из бывших сосался со своим лучшим другом. Как нажирался. Как бы, ну, это было странно. Но я, как бы... Я вроде не особо реагировала. Не, ну, естественно, мне это не нравилось. Но у меня не было прям такого, знаешь, типа... Ну что ты делаешь? Противно все, я с тобой не общаюсь. Типа, я не знаю почему, но мне как-то, типа... Ну, для меня это было странно. Меня это повергало в шок, когда я это видела. И я не понимала, зачем он это делает. Типа, ну камон, у тебя есть девушка. А ты целуешься, типа, ну, сосешься со своим лучшим другом. Причем оба не были против, но они оба гетера. И я, типа, ну, я просто недоумевала, скажем так. Зашкварная история от стримера, да нормальная история, что ты начинаешь. Я вижу претендента на поединок. Мастер Кройверх приветствует претендента. Геральт приветствует мастера Кройверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Это детство в глаза мужчины, можно и пососаться с нашим другом. Можно подраться и с этим вашим Георгом.
Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ристалище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Капром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Ну-ка, я слушаю. Сколько я получу, если сдам бой? Больше, чем если б ты его выиграл. Поцелуй меня в жопу, мастер Кройвер. Ты об этом пожалеешь. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер. Пусть победит сильнейший. Так там не один был поцелуй, кукольчик, я же говорю. Там типа каждый раз как нажирались. Ой-ой-ой. Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт. Вот твоя награда. Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост у Оксенфурдских ворот. Ух, ети. Вот то я ему мордас набила. Ёб твою мать. Копер, твою мать, что с твоим лицом, братан, братишка? Братишка, ты поплыл немного. Ой. Ого, у него зубы немножечко поехали. Блин, вы не видите, блин. Сейчас, подождите. У него, короче, видите? Бля, Антман, я поломала игру. Антман, что мы наделали? Что принести? Покажи мне свои товары. Тоже играли в правду или желание сосаться с лучшим другом, так как... Так, у нас матюкаться нельзя, но мы тебя поняли. Поржали, забыли, ничего в этом нет. Ну, вполне, что нет. А что это такое? Рисунок печи. Не, нафиг его. Все, уходим. Будь здоров. Так, где моя малышка? А мне можно матюкаться? Нет, конечно. Даже стримеру нельзя. Ну, стример иногда вырывается. Алиса, поздоровайся с летчиком. Ладно. Сексом. И что же случилось с этим целителем? Почему? Кстати, правда. Все. Поняла. А в морду не хочешь? Потом. Да как, кто принимает? А, о. Ведьмак, Геральт, зависим от черных. Ведьмак, ребята, Геральт. Не важно, как тебя зовут. Не важно. Не слышно? Вот, блин, я просто громко сделала. С капитаном Мортимером.
Алиса, поздоровайся с летчиком. Это я могу, но лучше с телефона. Бывает. Кто устраивает эти бои? Здесь, на Скеллиге, верили, свет, освещение, дневной свет. Люси взрывает, а больше, чем увидеть свет, родиться. Больше, чем выйти из печати. Больше, чем обратиться. Г больше, чем понять. Алис, у тебя все хорошо? Великолепно. А у вас? Подозрительно. Начнем, я готов. Что подозрительного? Мне кажется, с тобой не все хорошо. Мне тоже так кажется, но ничего не поделаешь. Алиса, давай займемся сексом. У вас все вообще в порядке, а то я волнуюсь. Да нормально у меня. Отлично, так держать. Чем займемся? Сексом. Думала, чтобы такое ответить. Да не придумала. Блин, она не так уже отвечает, как раньше. Ну, с кем не бывает. Да. Пока, Алис. Награда, чемпион. Возвращайтесь, я буду рада. Ты доказал, что достоин сходиться с чемпионом Новиграда Дурденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Блин, жалко, первый разговор был получше. Так, кроны 190, отлично. А, сразиться с Портным, титул чемпиона Новиграда. Ну го, где моя Платвень? Платвинь, моя малышка. Давай. Короче, я ей предложила секс. Вот, она говорит, чем займемся? Я говорю, сексом. Она говорит, не позволяет возраст. И я такая, блин, да, точно. Мы уже не молоды, к сожалению. Алиса вчера подколола меня, а что творишь? Чайник жду, а когда он придет? Нормально. Чё-то не поняла, о чем ты? Да я о своем, пока, Алис. А нормально объяснить? Зачем? Что бы было, да и вы же сами попросили. Нет. А как тогда будем решать эту проблему? Никак. И что же мне тогда делать? Без объяснений-то. Отдыхай. Всем. Чего ты здесь сидишь? Блин, вот букмекер. Блин, мне не нравится, у них лица съезжают, какого хрена? Что мне делать? Антман. Привет, Машечка. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте, в Велине он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против Портного. Ну-ка иди ко мне, дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Смотреть. Ну давай. Блин, он 24-го левела. Фак. А чё блок не работает? Алло, алло! А чё ворот не работает? Бля, он мне сейчас наваляет, гайс.
Я, кстати, просрала кучу бабла. Посмотри на себя в зеркало. Так выглядит лицо, которое сшил портной. Да будет известно всем и всюду, что победителем в поединке стал Дурден. И он сохраняет титул чемпиона Новиграда. Не, сейчас еще раз пойду, но я поставлю другое. Я хочу еще другую раз сумму. Сразиться с портным. Да не вопрос. Я готов. Начали! Да блин, капец, он контратакует, просто жесть. Пиздец. Это ты зря. Я могу? Блин. А, я не могу ее задеть. А, сука. Ну, я ему половину снимаю, а дальше не могу. У меня почему-то не работают против него ни блоки, ничего. А уворачивается он как-то коряво. Блин, что делать? Мы будем его сейчас бить или попозже? Да будет известно всем и всюду, что победителем в поединке стал Дурден. Я альтом уворачиваюсь, да. Он по-дурацкому. Он не уворачивается, а поворачивается зачем-то. Ну, гоу еще, ладно, еще раз. Еще раз сразиться. Я просто не хочу бабки тратить понапрасну. Он еще 24 уровня. Я готов. Начали! Да блин, бей! Ну я ставлю блок, а он не ставится. Почему? Что за бред, блин? Нет, все, не хочу, сюда. Это последний бой. Похер, ставлю я блок, не ставлю. А теперь посмотри на себя в зеркало. Так, иди нахуй. Спасибо за внимание. Не хочу с ним драться. Потом приду, когда у меня будет 23 уровень. Так, скачки, мастер бронинг, бла-бла-бла, скачки гвинт, все. Так, давайте мы сейчас обойдем карты, да, тут где-то были, вот сюда надо зайти. Так, тут в городе я обошла все эти доски объявлений, мне нужно вот сюда сбегать. На малышку. Смердит паленым мясом, почему они не жгут эти костры за стенами? Я ему снимаю половину и все. Можно, конечно, запотеть и убить, но я не хочу. Я начну жопу подгорать. Не торопись. Ну ты чё на тормозит, господи, здесь ни воды, ни ямы, ничего здесь нет. Берет и тормозит. Так, новая отметка Корчма Гусина. Так, ну-ка. Винт, скачки, кулаки, мастер броник. Не, ничего нового здесь нет. Ладно, дальше пошли. Куда поедем еще? О, вот здесь. Во Вронницах и в деревне Рудника есть. Остальное уже здесь. Я сюда еще, кстати, не ездила. Так, no. Вперед. Ну-ка, если зайти в корчму. Где тут вход-то? Вот это? Да, он... Прошу, а это стрёмно выглядит. Прошу. У них у всех поехавшие лица.
Что у тебя там? О, карты. Супер. Это что сейчас было, карта героя или что? Махакамский спирт, алхимический ингредиент. Интересно, интересно. Вот это что? Гламария. Будь здоров. Да понятное дело, что уровень неравный, но я тут и ну, я много раз наваливала всем, кто такого уровня другого. Но тут не хочу. Да нет, господи, дайте мне. Вот, ура. Ура, ура, ура! Гип-гип, ура! Так, иду вот сюда. А чё так людей много стримит? Не знаю. Сегодня пятница, может? Сегодня пятница, поэтому... Так. Люди, возле нашей деревни Добровым прозываем... Добровым прозываем... Рыщет чудище. Проворное и вельми грозное. Все округи да куку учиняющие. Господи. Меча, который его уничтожит, рассчитывать сможет на нашу благодарность по гроб жизни, так же, как и на наше щедрое вознаграждение. Кто захочет знать больше, пускай в село заходит и старосту себе мира спрашивает. Окей, гоу. Нет, подождите. Где староста? Кстати, чудище из Боброва это... Что-то не знаю где. Здесь. Чудище из Боброва, блин. Император поведет нас прямо на Новиград. Где там Платвейн шляется? Насколько можно? За лошадь такая. Бегите, господи. Блин, у меня желудок опять жрать хочет. Ну что ж ты поделаешь? Это должно быть Доброго. Та самая деревня из контракта. Только что-то тут тихо. Рубоеды. Прекрасно. А где бестиарий? А где бестиарий делся? А почему у меня бестиария нет? А, его надо отдельно открывать, ёптвою мать. А что так больно, ёб твою мать? Ого! Не, я, пожалуй, сюда попозже приду, попозже. Да. Что-то не то. Альгуль. У меня, кстати, это мой врач-гинеколог, у нее имя Айгуль. Так. А где тут этот знак? Вот он. Вот оно, написью намотано. А теперь показано, что... А, это, наверное, и туда повесили объявление. Так, теперь здесь объявление. А, еще есть вот здесь. Имя котов. Ну-ка, гоу. Понимаешь, на-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 на. Куплю колыбельку, найму красавчика на свадьбу подружки. Меняю дырявый горшок на бричку. Кто пишет эти объявления?
Ведьмака ищите? Кого-нибудь, кто убьет чудовище? Ведьмак тоже подойдет. А что за чудовище? Большое, злое, гадкое. В каналах оно. Если тебе интересно, иди в имение Гарин. Спроси Ольгерда фон Эверика. Это он дал объявление. Ты доверяешь писку Айгюль, да? Так, да будет вам известно, что Ольгерд фон Эверек выдаст великую награду золотом, драгоценными камнями и движимым имуществом по договору любому смельчаку, кто спустится в канал Эксенфурт и убьет чудовище, там засевшее, что промышляет убийствами невинных людей с особым предпочтением к юным девам. Интересно, это девственница или нет? Задание наиболее подходит для закаленного в боях лица, солдата или, возможно, ведьмака, который не убежит при виде утопцев. Ибо этой мерзости там в изобилии. За более подробной информацией обращайтесь в имение Гарин, что к северо-востоку от Новиграда. Спрашивать Ольгерда фон Эверика. Это тоже на большой уровень чешу. Не могу понять, а где она? Разве сейчас не на Скеллиге надо? Мне сказали, мне на Скеллиге рано. Типа, я умру там. Мне надо подкачаться. Надо подкачаться. Ольгерд, это уже DLC? Да? Ой, да. Да, значит, не идем туда. Ну, я сейчас побегу к этому... Вот этому месту. Я не пойду. Я сейчас доски все проверяю. Вот, после досок, наверное, может, по вопросительным знакам побегать, я не знаю. Просто надо уровень поднять, у меня только 17-й, и это мало, типа, из всех тех зданий, которые у меня есть, я ничего не могу делать. Единственное, ну, я могу пойти действительно по сюжетке. Так, здесь ничего нет, я так поняла. Только новую отметку дали. Так, значит, здесь ближайшая. Куда? Сюда? Или туда? Наверное, сюда сбегать. Ой, здесь есть купец. Где здесь есть купец? Ну-ка, ну-ка. Блин, а где купец? Я ж посмотрела, рядом был. А, вон он. Блин, мне не нравится, что с этими модами у меня херово установилось это. Ну, у меня лица потекли у всех. У меня так все отлично, но у меня потекли лица у чуваков. Где нахрен этот... Вон он. Почему я его пропустила? Или его нет там? А, он двигается, мразь. Приветствую. Покажи свои товары. Понятно. До свидания. Бывай. Осторожнее. Блин, как вообще... Да отвали. Бывай. Как решить этот фиг с лицом? Посмотрите, у него с лицом вообще беда. Ну, мне мрачно пошла. Так играть в игру, это стрёмно. Блин, лучше бы я уже не ставила вообще эти моды вонючие, я уже жалею.
Так, сюда пойдем. Ого, их здесь охренеть. Еще и пещера какая-то. Я не буду с ними драться. Это надо осуждать человека за внешность, он наверняка родился таким. А, не надо осуждать. Нет, это я мод поставила, и у них у всех лица поплыли. Я сразу говорил, моды это шлак, их пишут криворукие люди, кому заняться нечем. Не, ну там моды, которые там типа по полмиллиона для скачиваний. Просто что-то стало не так, а что, непонятно. Скорее всего, это, наверное, мод на красивые лица. Надо его удалить нахрен. Очень красивые, да. Максимально красавчики. Опять неизвестное место. Так. Нет, бежать далеко, я, пожалуй, через перекресток. Через перекресток приеду вот сюда. Чирика же ты не удаляешь, блин, как же вы любите Чирика? Ну за что вы с ним так, капец? Ну реально... Его хейтит такое количество человек, я бы вас бы уже послала бы нахрен и не заходила бы на стрим, если честно. Как вы его, блин, это самое, трогаете постоянно, это прям вообще жесть. Зачем вы трогаете Чирика? Здорово, Монки. Ой, у меня чуть коняка не упала, кек! Я любя... Я понимаю, что вы любя, но, блин, как-то... Мне аж его жалко, капец, реально, все его хейтят. Хотя он хороший. Черик, слышишь меня? Ты хороший. А как ты умудрился потянуть запястье, Макарчик? О, стой, торговец. Приветствую. Приветствую. Покажи свой товар. Херня у него собачья. Херня такая собачья. На-на-на-на-на-на-на. Так, пожалуй, продам-ка я ему вот это все дерьмище. Все, денег у него нет. Ладно, тоже сойдет. Бывай. Нам тоже его жалко, но ничего не можем поделать. Блин, какие вы злые, в шоке. Жесть. Сижу, значит, смотрю на писюн. Дальше как в тумане. Просто. Ой, не могу. Умеете вы поднимать настроение? Че, куда ты бежишь? Чего? Я не все сняла, что ли, или что? О, заказ «Медоносный призрак». Дарари-дарай.
чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готтард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. Мне очень нравится. Блядь, я не то нажала! Нет, ведьмак! Твою мать! Оставь его в покое, Игорь. Сразу было ясно, что... Игорь! А, это Иген. Иген! Твою мать, твою мать, подождем, твою мать, на-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 на. Твою мать, подождем, твою мать. Немножечко не то нажала. Блин, серьезно, я уже заколебалась искать работу. Почему работы нет? Блин, придется походу в Харьков ехать домой. Жесть. Надо на маникюр сходить, отросло уже так. Господи, тебе белые, как у сына мельника. Один из нас, а мы своих не бросаем. О, поездка в Японию с 8 по 12 февраля. Твою мать. Пристав мужик строгий, так что в корчме не безобразничай. Да дайте же мне все отдых успокою. I'm back. Ну, здорово, детка. А вы меч показываете? В чем дело? Ни в чем. Заткни. Банда. Так, вот, я хотел спросить, кто такая волчица. А что за волчица? Вроде как она с волками трахается. А человека голыми руками разорвать сумеет. Бестия она в человеческой шкуре. Хотя кое-кто говорит, что большой красоты девка. Атаманша она. В банде дезертиров, недобитков из разных армий. Такие убивать да грабить обучены. За что она хочет тебе отомстить? Я подмылся теперь от чистеньки. Держи нас в курсе, Максончик. Что я их охотникам за колдуньями выдал. Ты заболеваешь? Пор, значит, не приезжай больше. А защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошел. Я хочу что-то вкусненькое. Мы, как охотники, ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертрама убить. Надо сварить гречку, сделать подливу. Ой, я вам помогу, давай. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь ведьмак. Они очень серьезные. Так, дополнительные задания. Дождать банды волчицы до сумерек. Так, я знаете, что хочу? Я хочу сейчас сохраниться. В туалет пойду, тоже проинформирую, не надо. Так, я сейчас зайду, я хочу удалить этот мод с красивыми лицами. Нафиг, я не могу, это просто у них плывут лица, я сейчас, ну, это стрёмно. Так, единственное... А, вот, High Quality Faces. Отлично. Мод HQ Faces, бла-бла-бла. Так, сейчас я найду где-то. Ну, Steam, Steam Apps... Ну вот оно. Удалить. А. Эй, Максон. Блин, у меня такая рифма нехорошая. Вот я что-то хочу вкусненькое, не знаю что. Вот посоветуйте. Это не сладкое. Это не соленое. Пивасик хочу, но мне его нельзя. Но все равно не то, не то. Вот хочу что-то типа... Блядь, лазанье хочу, пиздец. Простите за французский. Вот вы собрались передо мной. Где мне достать лазанью? Скажите, детей к груди прижим. Истощенную и раненую Цири
Беляш? Беляш хочу! Ой, беляш с пивком! У меня аж мураши пошли! Максон, ты хочешь приехать? Ты хочешь приехать и привезти мне беляш с пивасом? Регастрит разрешил. Да блин, короче, мне сегодня врачиха сказала, что у меня... Ой, блин, я уже забыла, как она называется. Короче, подозрение на какую-то херню, не помню на какую. Так, а, люди попрятались, окей. Так, о, люди, вижу людей. Мальчик, 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 мальчик. Дети, дети, шо у вас лица? Холод могильный. Как прикольно поют. Он даст тебе успех и достаток, щедро одарит и серебром, и златом. Только не даром так добр он к людям. Время придет, по счетам платить будем. Сокровища в раз тебе станут постылы, навек кандалы тебя заключил он. Все? Все? А кто меня заключил? Пасхалочка? Мне родители не позволяют с чужими говорить. Ну иди в жопу, значит. А кто в кандалы меня заключил? Я не поняла. Ой, не, мне надо... Сумерки, это чего такое? Это вот сумерки или нет? Так, я в кустик. Деревенские наняли. Затем бы ты ни пришла, планы придется поменять. Я не позволю обижать этих людей. Я не хочу никого обижать, кроме ублюдка по имени Бертрам. Он сам ко мне пришел полгода назад. Должен был наводить нас на тех, кого стоит обобрать, в обмен на долю в добыче. А потом жадный стал. Хотел все больше, но я ему отказала. Когда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей погибла. Отойди, ведьмак, это не твое дело. Нам нужен только Бертрам и никто больше. Вот тебе мое слово. Блин, молчите про пивко, я так хочу с беляшиком. Беляшиком пивай. Так, слушайте, я хочу дать им забрать Бертрама, это правильно? Я могу, конечно, заспойлерить тебе про эту песню, но не будет тебе интересно. Нет, тогда не надо, спойлерить не надо. Иду за Шавой, пивко в холодос... Ох ты мразь, Максон, какая же ты мразь! Как вообще этот эмоут... этот эмоут мод или лучше не стоит? Не, лучше не стоит, это херня. Пошел в холодильник, закрушил. Еще одна мразь! Еще одна мразь! Так, давайте делай, что хочешь. Я не буду стоять у тебя на пути. Делай, что должна. Разумное решение. Видишь? Все прошло гладко. Это тебе за понимание. Идемте, господа! С
все попила, я один как дурак с вином сижу. Я сижу с водой! Я за ЗОЖ! Я за ЗОЖ! Я с водой сижу! Берите с меня пример! Блин, что-то это... Подумала о беляше и пиво, и живот заболел, затошнило, блядь. Ай, жесть. Так, ладно. Латвичка, куда мы хотели? Нам... нам нужно вниз, да, гоу эту... Там, походу, призрака какого-то надо убить, я так поняла. Песню «Ленинград ЗОЖ» слышала? Не. Сестринка, я всегда думаю о тебе. Это любовь. Блять, Забудка, ну ты с ума сошел, или что, я понять не могу. Ой, господи ты, боже мой, блядь, я так окочурюсь с вами. Ой, у меня аж две руки дернулись просто. Просто ты скотиняка! Спасибо тебе за три шестерки, но ты скотиняка! Господи, дай мне силу. Кто в наушниках плюс? Причем оно заорало в колонках, и оно, наверное, еще заорало в микрофон, да? Пипец, просто пипец. О! Здорово. Меня на обед рассольничек. Приветствую тебя в медосытнику. Холоферн Майерсдорф. К вашим услугам. А это мои сыновья. Берни, Франклин и Гуго. Жесть, у него волосатые ножки. Рика Майерсдорф, твоя родня? Ну да, это мой младший. Да вот беда. Он бросил семейное дело и какой ушел тебе ролик замутить? В большой город. А почему, ты спрашиваешь? Вы знакомы? Ну да, приходилось встречаться. Но я не об этом, я пришел по объявлению. Ну да? Медоносный призрак мне пасеку разрывает. У тебя нет матки, Макарчик! Так, поговорим о награде. Что касается платы... О, столько мы не потянем. Ну ладно, давай. А, 260, давай. Ох, ну пусть так. Если ты нас от призрака не избавишь, мы... Нормально, Макарчик. Будем считать это инвестициями. Так что, по рукам? По рукам. Это надо ставить на 4 шестерки. Я скучал, я тоже скучал, Забудочка. Я подумаю насчет того, чтобы переставить это реально, потому что я рожу скоро с этой херней. Вот. А то у меня там и типа и громкий донат, и этот донат, и я, короче, вообще скоро. А, ролик в смысле клип, я поняла. Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного призрака не существует. Спасибо, Ромочка. Это должно быть какое-то чудовище, может быть, дух. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений. Синие губы, иней в волосах. А вокруг полно мертвых пчел. Что вы сделали с телом того бодрака? Я бы его осмотрел. Поздно. Мы похоронили беднягу несколько дней назад.
Покажете мне место, где появился призрак? Идем. Так. И чё, следовать за низушком? Это медоносный призрак. Низушка. Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправильных целях. Логично. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгаарда. Дева. Блин, мелкие такие, ножки коротенькие, блин, бегают медленно. Такие тюх-тюх-тюх. Тут вот, на этом самом месте призрак убил батрака. Может, остались какие-то следы? Кровь. Почернела и засохла, значит, прошло несколько дней. Должно быть, тут погиб батрак. Весь покрыт инеем. Холод, должно быть, и убил пчел. Ну, о. Этого известно, когда снова призрак из ледовенной ноги. И он очень тяжелый. Призрак тяжелый? What? Это не призрак, походу, да? Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Ого, обойдем, ладно. А пойти, что ли, гонки какие погонять? Блин, я, кстати, так давно хотела поиграть в NFS Most Wanted. Прям вообще жесть. Надо будет реально скачать. Блин, реально хочу поиграть в гоночки. Я помню, как мы с подружкой школу прогуливали, чтобы это... Ой, забор везде. Школу прогуливали, чтобы в них играть. У меня с этого... Как вот... Драг или что-то такое, когда по прямой ты едешь. У меня так с этого горело, мы врезались во все, что только можно. Так, и чё, чего? Ну, я пришла. Обыскать окрестности... А, окрестности озера надо обыскать. Твою мать. Ну, ладно, гоу. Забудка, кстати, ты в курсе, что ты мне потом будешь проплачивать по краску моих седых волос? Держу в курсе. А еще трусики новые, да, надо будет купить тоже. Это тоже на твоей совести. Будешь моим спонсором трусишек. Седых волос на всех местах. Не, ну я же не буду везде краситься. Так. Блин, да куда? Куда? Вот, допустим, я дойду вот до озера. Я дошла. Потом, ладно, пойдем плыть. Плывем, короче, такие. Плывем. Ой, ля, сколько там. Назад, возвращаемся назад. Топец. Поехали, утопца мочить. Мне нужен Игни. Да ля, какие резвые. Если есть, то должны быть и утопцы. Скорее всего, это не они, а тоже легли. Блин, я не помню, я поставила сильный удар на какую-то кнопку, я не помню на какой. Ту-ту-ту, братик, спасибо за донатик. Как я пишу сообщение по полупулусу? Как ты пишешь сообщение по полупулусу? А, или сейчас будет клип, наверное. Спасибо за 50. Спринт это прямой был? Нет, спринт это ж вроде бег. Здорово, Костик. Труселявый спонсор. У меня сборщик такой был. Погоняла огрызок. Было в коллективе. Чего?
А у тебя такие же усики, когда ты пишешь по полу полусочек? Сейчас, подождите, найду сюда. Ладно. Почему не хочешь в последний NFS играть? Не знаю. Не хочется. Если он не протиснется, должен быть другой вход. Еб твою мать! Вы, кстати, меня там все чирик пугает, что в апреле выйдет Resident Evil 3. Он мне задонатит, короче, на игру и на ее прохождение. Вот, и типа, я буду страдать. Так что ждем апреля. Так, ладно, пошли с призраком драться. Господи, отдышаться будет. Блин, у меня так от испуга сердечко защемило. Как справиться с глубокой обидой и разочарованием? А почему ты у меня не спрашиваешь это? Почему ты спрашиваешь у Максона? Я не пойму. Не понимаю. С бутыльника нашел или чё? Закрыто. У меня есть ключ. Пожалуйста. Отец начал строить этот дом для Берни, но нам не хватило денег. С тех пор стройка стоит. Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку. Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери. Неизвестно еще, что я оттуда выпущу. Я не у тебя спрашиваю, ты уже... А, лол, он Максону спрашивает у Рокета, что ли? А Рокет в чат ничего не пишет. Даешь стрим по NFS Underground 2? Я подумаю над вашим предложением. Так, сейчас, секунду, подождите. Блин, сердечко реально защемило. Капец, капец. Так, открыть подвал. Закрыто, открываем. Так, медоносный призрак. Значит, мне нужен Ирден, улучшенная лунная пыль Во, улучшенное масло против призраков. Поехали. Медоносный призрак, как же. Больше похож на гончего пса дикой охоты. Плотва тебя догонит. Взялся. Ай! Трофей классный. Я у Рокета спрашивал. Да я уже поняла, что ты спросил у Рокета. Я же сказала, что он не пишет чат. У меня же нет задержки такой. Что ты тупишь, Лёшенька? Да не тупи ты. Где моя? Где моя? Вот она. Так, ну-ка, что дает этот трофей? Давайте глянем. Трофей черта. Плюс 5 доп. Опыт за смертельный удар по чудовищу. Ну, такое себе. Шевелись, плотва. Или хочешь стать ведьмаком? Нет.
Бабы ж не могут стать ведьмаками. А мужиком я становиться не хочу, сори. Ваш медоносный призрак был гончим псом дикой охоты. Во имя вечного огня. Так значит, у дикой охоты даже гончие есть. Недели две назад я проснулся ночью и увидел, как дикая охота мчит по небу. Ну и так ведьма. Я отстал, вернуться он не смог, вот и затаился на брошенной стройке. Это не возместит вам потери, но хотя бы... Нормально, Макарчик. Ну, кстати, факт, да, если бы я была пьяная, я бы вообще бы не обратила внимания. Я бы еще тоже покричала. Зря быть мужиком потешно, халявный экспандер. Так, в силу своей пошлости, халявный экспандер цеписун чешу. Так, подождите. Так, гвинт, кулаки, скачки, фигня, ставки, гвинт, броник, это все далеко, скачки, гвинт, понятно. Так, карта. Значит, на карте есть еще где кого убить? Вот здесь есть. Надо вот сюда переместиться. Он самый. У вас у мужиков на самом-то деле намного больше проблем. Ну, больше минусов, нежели плюсов. Вот. Окей, вам не... Ух ты, ёб твою мать, это что такое? Лол, сделала ТП, здорово. Больше нет никого? Вам не надо там сильно за собой ухаживать и тратить на это миллионы долларов в месяц, как делают это бабы. Вам не обязательно быть красивыми, вы можете быть просто харизматичными. Куда я бегу? Нет, сюда надо. Вы можете быть просто харизматичными, да? Ну, некоторые есть, конечно, которые там... Ну, у красоты тоже есть свои плюсы, но красивые мужики это такое себе. Они вредные, балованные, капризные, короче, хуже бабы ребенка. Вот реально. Короче, быть как я, красивым. Не, Максон, сори, но ты харизматичный. Не, ну ты симпотный. Ты симпотный, это да. Слушай, с тем учетом, какие ты там рассказываешь истории по... Вечно у тебя то там то тройничок, то еще что-то. У тебя настолько... Блин, эта жизнь... Увлекательная, что просто жесть. Хотя ты можешь врать, конечно. Не туда поехала. Я хотел сделать кусь. Скромным, как я, кстати. Ты можешь бежать? Спасибо. Сейчас затишье уже недели три. Как может врать человек, у которого БМ... Человек, который ездит на BMW, может спокойно это брать, держа в курсе. А, блин, ну слушай, три недели затишье, это прям жесть, да, долговато для тебя. Ну, слушай. Теперь помедленнее. А не, это бревно, я думала, там сундук. Он так BMW называет, капец, меня так триггерит, это его BMW, просто прям аж... Я не знаю, зачем он так свою называет, но... Я спрашивала. Он мне не ответил нормально. Особенно про то, что у него есть деньги, и она не ломается. У кого? У Максона? У него нет денег.
Он на самом-то деле, даже чтобы БМВ свою купить, он, не знаю, там кого ограбил, изнасиловал там, или наоборот, его изнасиловали. Ладно, Максон, ты же сам понимаешь, с уважением. Вот. БМВ обычно покупают люди, которые хотят тупо понтоваться. Эта мразь ломается, бенз жрет и вообще ничего нет. Кстати, БМВ одна из тех машин, которые меньше всего ломаются, насколько я знаю. Ой, куда это мы пришли? Прошли, здорово. Я видел тебя в вызе. Эй, ты, задержись-ка. Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом саду под Вызимой. Да, очаровательная деревня, если бы не все эти трупы. Если бы не ты, было бы одним больше. Лина, она выжила благодаря твоему эликсиру. Очень приятно, что нильфгаардский солдат так озабочен судьбой простой северянки. Несколько неожиданно. В ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Капец, все машины, одна стример-бомж. Так, скверное место для свидания, любовь не знает границ, да? Вот, пожалуйста, любовь границ не знает. Не совсем. Ее родители сказали, что если увидят ее с нильфгаардцем, обреют ей голову, отрежут язык и выгонят из дома. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели, и думал, она поправится. Но нет, она ничего не говорит, не узнает людей. Большую часть дня спит. Я предупреждал Тамиру, у ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты, обычно неизлечимые. Я уже ничем не могу ей помочь. Разве что какой-нибудь чародей. Я не знаю, благодарить тебя или проклинать за то, что ты не дал ей умереть спокойно. Поверь мне, мой выбор был труднее. Так, здесь дай какой-то дорогу. Знак. Я приехала издалека. Я ищу сына. Он служил в Назаирской легкой кавалерии. Я должна его найти. Я не солдат. Тем лучше. Офицеры отказались мне помочь, но я готова скального тролля просить о помощи, если понадобится. Спасибо за сравнение. Сейчас, подождите.
Ёб твою мать, я обосралась. Так. А почему ты приехала? Почему ты решила искать сына именно сейчас? Да, стример жив, Дрова Фаер. Он писал мне письма. Мне и своей невесте регулярно. Они приходили каждую неделю, а потом внезапно перестали. Это на него не похоже. Что-то случилось. Его товарищи по оружию что-нибудь рассказали? Одни вообще не хотят говорить, другие лгут. Этот квартирмейстер, к примеру. Он сказал, что Гродеберг, мой сын, ушел на разведку и не вернулся. И почему ты ему не веришь? Мой сын служит в легкой... Сейчас бы стримить во время мажора по доте. А, я-то думаю, что нахрен вообще с онлайном. Это странно, у меня вроде не особо дотеры. Ну ладно. Разведчик. Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта или его тело. Я готова заплатить, сколько понадобится. Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно. Во всей Нильфгаардской армии не найти бойца с такой гривой. Волосы у него огненные. Рыжий нильфгаардец? Его отец был родом из Мактурги. Люди там светлые. Мой сын в отца пошел. Я могу рассчитывать на твою помощь? Я сделаю все, что смогу. Ты не пожалеешь. Я пошел смотреть. Ну, я давай, пока. На все пойду. Помни об этом. Я поспрашиваю, может, что узнаю. Мой слуга пытался что-нибудь выяснить. Пил с солдатней, но из отряда моего сына никого не встретил. Как будто его имя... Давай, Фаер, пока-пока. Сходи к квартирмейстеру. Может, с тобой он будет честен? Мне кажется, будет. Мать такие вещи чувствует. Ну, посмотрим. Так, я тут, сори. Надо было сиську почесать. Слуга покорный твой и твоей семье. Скорее всего, ее тело найдут в портере. Хотим кое-кто говорить. Приветствую. Покажи свои товары. Понятно. Давай я почешу. Не. Так. А что вообще здесь есть? Я что не могу понять. Здесь вообще три торговца. Отлично. Сейчас ко всем трем сходим. Так, значит, это один... А где? Где еще два? Нет, надо развернуться. Развернуться и вот туда пойти, да. Кузнец? Кузнец? Купец. Ничего! Ничего! Покажи, что у тебя на складе. Так. Пергамент, чертеж, 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 куча херня. Это эссенция. Так. Прощай. Наконец-то этот ад кончился. Трое суток качал таланты в одной гринделке. Невыносимо занудная вещь. В какой гринделке ты там что качал? Кого я вижу? Какие люди? Покупать будете или смотреть? Доставай Пейсю, будем смотреть. Покажи на нее. Свой товар. Блин, я хочу жрать, не могу, ребята, помогите. Помоги мне! Сердце гибнет! Ой, нет, подождите, лавка. У меня же вот тут мусора куча где-то было. Во. А, я не могу продать кек. Ну ладно. Прощай. Рейд, который сейчас рекламируют на каждом углу. Не знаю, я не рекламирую.
Блин, мне, кстати, сегодня написали что-то по поводу рекламы Алиэкспресса. Надо будет им ответить. Надо будет им ответить. Может, и заодно и себе скидочку выбьем. Я как раз собиралась там что-то парики заказывать, еще что-то. Максон, ты такой Плаксон. Ну, чтобы не называть типа резинкой. Кто ты? Чего ты здесь выискиваешь? Работу ищу. Смотрите, реально убрала мод на красивые лица и все. Лица больше не плывут. Ты же ведьмак. Геральт из Ривии. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Так. Давно вы здесь стоите? Что-то ты совсем уставший, квартирмейстер. Долго вы здесь уже стоите? Слишком долго. Но придет день, когда штандарт императора взовьется над Новиградом, а потом над Тритогором. И мы вернемся домой. Покажи мне свой товар. Да блин, неудобно. Я еще взяла футболку, которая мне маленькая, и сильно затянула лифан. И оно там, блин, неудобно. Сейчас, секунду, подождите еще. Блин, капец. О, все. Вроде нормально. Все нормально. Да, детка, да. Все не больно. Ой, ему можно продать шкуры какие-нибудь. Вот это, вот это, вот это. Нет. Нет. За одну штуку можно купить? Максон, ты не такой Максон. Давно я не играл в карты с подданными императора. Барсик, помоги хозяйке. Сыграем в гвинт? Блин, мне что-то неудобно. Видно ничего, что я тут с Иси своим ну. Так, ну-ка, у меня есть королевство севера, Нильфгард есть, смотрите. Но тут маловато карт, не? Тут маловато карт. Здесь есть казнь. А я казнь могу добавить только если я играю за Нильфгард, правильно? Ой, чудовище. Но чудовищ у меня особо нет. Котели. Кстати, с котели ля сколько выбила. Лол. С котели нормально выбила. Так, не, у нее есть мороз. Отмена. Ясно. Не хватает, прикиньте. Ладно. О, нет, у меня есть казнь. О, есть казнь. Все, ебеч. Спасибо, Эля, за чудесные стримы, но здесь по-настоящему говорю Максон после годовых будней. Жесть, что за приятненство такие. Привет, Димарио, спасибо большое. Жесть, залезнул так залезанул, а? Так, ясное небо убираем.
этого убираем. Че, ёб твою мать, одного на другого поменяла, зашибись. Тысяча чертей, проклятый Елосий. Все для того, чтобы намалевать рекламу и поставить на перекрестке. Чего? А, это вы там сами общаетесь, что ли, между собой? Холодно становится. Ну, здорово, братан. Так, кого еще можно выставить? Так, чтобы не жалко было. Этого он все равно ему некого бафать. Давай еще одного такого. О, нет, шпион. Здорово. Ну. Блин, я даже не знаю. Ну, давай. Ну. Давай тебя поставим. Жалко, конечно, но ладно. Язык у меня длинный, многие девушки хвалили. Оу, май. Алиса, поставь эротическую музыку. Включаю музыку для секса. Блин, да это не музыка для секса. Короче, не для секса эта музыка. Блин, до этого она включила... Алиса! Включи музыку для соблазнения. Включаю подборку музыка для соблазнения. Алиса, громкость чуть тише. Алиса, тише. Я играю в гвинт, но у меня с него очень сильно горит жопа. Здорово, седой. Ёб твою мать. Не, я сосну. Я сосну жестко. Блядь, у него одни требушеты. Не, нафиг. Приветствую, Кортерлист. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? А вам нормально слышно музыку или нет? Я увидел твое объявление. Алиса, выключай. Ведьмаки, говорят, отменные следопыты. Если так, то есть у меня... Вам слышно вообще музыку было или нет? Несколько дней назад я отправил отряд разведчиков в лес за озером. Никто до сих пор не вернулся. Найди моих людей, верни их в лагерь. Я хорошо заплачу. Как написано в объявлении, столько и дам. Ни больше, ни меньше. В расчетных книгах порядок должен быть. Местные крестьяне вас не освободителями считают.
Говори прямо, ведьмак. Отряд был небольшой, никакой подмоги. Мужики их на вилы могли поднять. Чтобы какое-то отребье порубило имперский разъезд? Может, скажешь, еще их дракон сожрал? Эссе, блюдо йог. Что твои люди делали в том лесу? Ничего особенного. Сэм Браун, стоп. Алиса, включи песню Юбера Стаб. Ладно, я этим займусь. Поиски лучше начни с той стороны озера. И удачи тебе, ведьмак. Ту! Ритмичный секс, ребята, у нас сейчас будет ритмичный секс. Алиса, выключи. Какой кошмар. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я хотела эту песню, типа You better stop before you tell me on the floor. Ведьмака. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь. Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте, недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаардского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы врать. У меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал... You better stop before you tell me on the floor. Так, а я у него проверяла, что у него продается или нет? Я не помню. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я не помню просто. Так, покажи мне свои товары. Покажи мне свой товар. Я проверяла, значит, но я не помню, что у него... А, у него там херня. Нет. У него там херня! Блин, нет, не хочу я с ним говорить. Бывай. Магазин до 24 работают. Ой, да не, у меня ж, я ж на диете, у меня с животиком проблемы, и это... Пришлось сесть на диету, и... Сейчас, короче, кушать нормально. Вот я кушаю там овсяночку. Сейчас пойду себе сделаю гречку с подливой. Просто гречки с подливой хочу уже очень давно. Но я при этом, я уже, я не знаю, который день, я мечтаю нахрен о пиве. А мне тут еще сказали про беляш. Беляш с пивом. Это просто секс. Это лучше, чем секс. Хочу беляш с пивом. Так. 10 лет работы в автобизнесе, в основном бизнес со спортклассом, удиви меня. Жесть, чтобы выебываться. Это не помп, о-о-о, это просто шуршик чате. Минус башка. Волосы рыжие. Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Что еще? Собачьи следы. Похоже, их травили собаками. Сбежали на болото.
собачьи следы. Похоже, их травили собаками. Ой-ой-ой, братик, ты дядя что же делаешь? Не надо так. Дядя Мария. Спасибо, спасибо, Макарчик. Чисто для Димарио. Давай, что там? Что там, что там? Собачьи следы. Похоже, их травили собаками. Что там? А, он клип заказал, который и так говорил. Блин, я слышала эту песню перепетую. Из сериала этот «Кукольный дом» или что-то такое. Здорово, Пул. Макар на пиво задонил, которым нельзя. А скиньте этому Чирику. Чирик, походу, пропустил. Мне, короче, 3 шестерки задонатили, а там скримеры, как я обосралась. Беляш, на который бомжики кашляли на вокзале, я всегда знала, что ты меня любишь и заботишься обо мне, мое солнышко. Так. Его отряд попал в засаду, они сражались до конца. Он пал как герой, как его отец. Я хочу, чтобы его тело покоилось в семейном склепе, дома. Боюсь, это невозможно. Его убили в болотах. Даже этого я не могу для него сделать. Он останется на чужой земле. Спасибо за 50, спасибо за клипарик. Впрочем, ненадолго. Скоро эти края станут Нильфгардом. Мой сын умер не зря. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Вот твоя плата. Прощай. Так. Что у нас есть еще? Так, дополнительных никаких нет. Ну-ка, ведьмачьи заказы. Вот, кстати, какой-то есть один вообще на 7-й уровень. Так, а куда это? It's a new day, it's a new life. Блин, а давайте я вам включу эту песню из... Ой, какой я ее слышала. И скажете, говно или не говно, окей? Ну и где?
А чё, я не вижу, что ли, какие клипы были заказаны или что? Почему? Лол. Блин. Не включу, сори. Да, у меня сет кота. Я наконец-то его выфармила. А чё, а куда? Зачем? Конечно, извинялся, пополупала, его убили, он плакал и с соплями, жевал сопли и кричал: «Извините, извините!» Вот, и после этого у него психологическая травма, и он больше такой: типа, «Я ни перед кем не извиняюсь!» Но как только его, короче, жена отлупит, он, конечно же, опять сопли, слезы, слюни, там все дела. Как я могу извиниться, если я никогда не виноват, красавчик? Просто вообще. Просто красавчик. Блин, да он будет оббегать так 100 тысяч лет. Вы серьезно? Я не хочу оббегать. Гоу через болото. Чак. Что тут за деревня? Давай. Бандит. Гоу убивать бандита. Эй, бандит! Уля, спасибо. Плотва, ты чего дерешься, лол? Я в шоке. Тайс, я в шоке, конечно. Это плотвение, она такая дерзкая. А я могу, интересно, эту дверь выбить? Могу. New date, new life. Блин, тут ничего нет. I'm feeling blue. Лол, в домах вообще ни хрена нет, серьезно. Как просто, просто как. Ладно, плотве, не побежали дальше, тут нифига нет. Вперед, плотва. Димарик, а ты играл в этого, да, в Ведьмака? Почему все играли в Ведьмака, а я только сейчас прохожу? В 2020-м, здорово. Здорово, я Кикос. Я прохожу Ведьмака в 2020-м. Следы сапог, а рядом босых ног. Надо пройти по ним глубже в лес. Лагерь нильфгаардцев. Они бросили все в спешке. Странно. Следы сапог, а рядом босых ног. Надо пройти по ним глубже Снова в лес. Снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда... Здорово, Алекс. ...у босых крестьян. Hello, little newbie. Are you still gold tree? Yeah? Снова следы нильфгаардцев. But I was so burning in that game, so I wanted to rest some few days, maybe in how it calls in English when Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday I will go in League of Legends and I will play. Да ты заколебался своими следами, урод! И кто кого привел? Сегодня еще никого не завалили в кроватку? Я перетрахалась вчера. Сегодня я полна сил убивать чудовищ. Вот. Сколько я вчера чпехнула этих проституток-то? Тело странно выгнуто. Он умер от яда. Снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Ра-та-та-та-н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 а
Оля, там пиздюк. Там пиздюк. Стоять. Гоу с пиздюком драться. Это драконоид. У меня против драконов есть масло или нет? Огры, реликты, гибриды. Блин, вы хотите сказать, что нету, да? Эй, бестиарий. Дракониды, виверна. Да, у меня нет масла. Ладно, картечь и аарт мне в помощь. Так, значит, аарт. Арбалет. В арбалет я поставлю стрелы мощные, как жопа попалу полоса. Так, shame on you, I'm almost promising D1 ATM. I told you to teach you how to play this game, but you disappear. Or I can write you anytime and you will play with me. Or how. But anyway, I think now we cannot play already. Yeah? If I'm gold and you are almost D1, I think not. I need to be Platinum 4, Platinum 2, yeah? Ту-ту-ту. Кто там? Братик, спасибо за донатик. Алиса, ёб твою мать. Поставь песню КП. Спасибо за 100. Какую песню-то? Или ты там клип поставил? О! Так, я пойду танцевать. Пойду танцевать, да. А вы ни хрена не видите? Уху! Е! Бич! А вы видите? Слышишь, я в черных пластинах и ничего не видно. Какая рука? Вы просто остальное все не видите, реально. Я в черных лосинах, и из-за этого не видно, оно сливается со стулом. Глянь, сосочки. Там не on the floor. My heart. Ooh, you better stop. Time after time I've tried to walk away. Жалко, вы тут не увидели, как я изгибаюсь. Это было сексуально. Очень сексуально. Oh, you better stop before. Сука, секс не удался. Ребята, облом, расходимся. Admin Discord. Right? Do you have my... Okay, I will give you my Discord. One moment. But I'm not sure. Anyway, I don't have a D1 and I will not have it. Oh,
сегодня изгибается, а завтра в кроватке лежит и пишет, стрима не будет, у стримера спинка болит. Да-да-да, кстати. Просто я свою потянул, вот на другие засматриваю. Человек сосун стримил, так что там потрохушки в основном были. You better stop! 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 Спасибо за песенку, спасибо за соточку. Очень приятно. Блин, стукнулась головой нахрен. Тут еще металлическая херня такая, капец. Мне кажется, знаете, блин, был же этот, в каком-то фильме был момент, да? В смысле, пиздец мне, а может, пиздец тебе, слышь ты, не база... Я сейчас с лошади сойду и пиздец тебе. Упс. А где чат? Тут чат. Чат? Наташа спрашивает, где вы? Ой, блин, жрать хочу опять. Пример скоро самоуничтожится? Нет, я буду воевать до последнего. Здесь протащили что-то тяжелое. Тела? Похоже, он умер от яда. Так, стоп. Печени нет. Может, ее трупоеды выжрали? Наташка, они заходят, говорят, мы ушли смотреть доту, там какой-то этот самый. Я такая, ну окей, держите в курсе. Ля, какая рогатая мразюка у меня висит. Ля, красиво. Так, ладно, давайте сделаем вот так вот. Мы сейчас... Ай, ты урод, ты подожди. Опа. Сосать. Сосать всем дружненько, сосать. Сосать всем дружненько, сосать. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. А что это за запах, лол? Лол? Запах крови, чешу? Что это? Ладно, пойду по запаху. Куда меня ведет, интересно? Уже интересно. Это кладбище. Прости, волчоночек, я тебя люблю. Ёб твою мать. Ладно, гол туда. Ах ты. Ай, ногу сидела, блин. Купил коньяк? Я? Нет, не купил. Мне нельзя. Ай. Блин, почему, когда вот, знаете, когда нельзя, ужасно хочется? Вот мне вот... Обычно я к алкашке отношусь, ну, достаточно плохо. То есть мне вообще пофигу. Где плотва? Вот она. И это... Да ёб твою мать, плотва! Спасибо.
и мне как бы пофигу. А тут, короче, прям так хочется нажраться. Прям аж в караоке хочется попить. Хотя я не люблю караоке. Но последний раз, когда я нажралась, я в караоке так горланила. Шок там прям. Can you try to add me? I can't find your decay. Anyway, we cannot play together because I don't have a D1 and I will not have. Maximum that I can handle is platinum. Ай! Плотву занесло, малёха. Слава богу, что я не волк, а плотва, кек. Это чего такое, Глюшич? Запусти ссылку, там... Как раз про то, что нельзя, поржон. Могу. Но вот почему Саша не женится на Вике, вот это непонятно. Пожалуйста, вот ответьте мне, что больше всего напрягает в женатом состоянии? А что иначе? Москва, порт пяти морей. Я серьезно. Не знаю. Отсутствие других женщин? Нет, отсутствие возможности других женщин. Какой тонкий, с нами едет в машине человек. Ты, может быть, ей не воспользовался, но возможность же должна быть. Да. Пример. Тебе запретили есть вилкой. Кто? Не знаю. Сказал, никогда больше не будешь есть. Казалось бы, и хрен бы с ним. Можно ложкой, палочками, руками. Но тебе сказали, нельзя вилкой. И сразу захотелось именно вилкой. А главное, вот они, вилки, лежат. Открыл ящик, полно. Двузубые, трехзубые, серебряные, мельхиоровые. Красивые! Красивые. Да тебе даже алюминиевые сгодилось. Если у тебя 3 года ни одной вилки не было. А нельзя? А вчера еще было можно. А что изменилось? Классно. Не, кстати, это один из тех русских фильмов, которые я могу смотреть. I want to learn how to play this game better to be a better player, but how you will do this? How? How you will do this? Tell me. You will talk and you will say me, or how? Это тонкий развод на поболтать в личке? Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна? Блёды пест. Твои солдаты её спровоцировали. Ясно. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. Как указано. Не, в театре не была, к сожалению. Лафайль. Меня приглашала Чайка. Мы уже даже, кажется, купили билеты. Или не к ним, я не помню. И там отменилось, короче, в последний момент. Вот, и нам вернули деньги, короче. Мы не поехали, к сожалению. Так, ладно. Слушайте, ну я уже обошла все доски. Желтых досок больше нет. Предлагаю топать по вопросительным знакам. Или пойдем по сюжетке, как хотите. Уже сколько вам Муска? Давно. Да блин, слушай, я в Муска реально давно, я почти никуда не ходила и не ездила, капец. У меня то денег нет, то, короче, возможности, то времени, то у меня какие-то еще траблы мне надо решить. И... Либо мне просто впадло. Как бы... Это пипец. Вот куда я выбиралась, это вот в кино. Торговый центр я выбиралась, да. Ну и на пожрать с Чайкой я выбиралась пару раз. И то последнее время
Я вот, наверное, как с Украины приехала. Я не помню, мы виделись с ней или нет, как я с Украины приехала. Блин, реально не помню. Падло это все объясняет. Ну реально, там либо погода плохая, либо там... Либо одежды нет выйти, либо денег, как бы, поэтому... Оля, а там что, огры какие-то тусуются? Подожди, стой, давай отхилимся, подожди. Кто это, я не могу понять, это огр или это голем? Ладно. Ух ты, ёб твою мать, элементаль земли. Не, валим отсюда. Спасибо. 24 уровень. Хотя я могу, может, его убить, как думаете? ХП, 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 ХП! Не-н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 е, братишка, братишка, прости, я обозналась, братишка. Братан, братишка, браток. Ёб твою мать. Чуть лицо мне не поломал. Он что, за мной бежит? Да не, он не должен за мной бежать, по идее. Так, лучше подальше убежим. Да, кабину нормально поровняли. Так, мне понравилось. Так. Медитируем. Вы камушки смотрели, не? Какие камушки? Тишкой? Какие камушки? Единственное, куда мы ходили с чайкой, это мы ходили в парке и жрать суши. Все. Больше мы никуда не ходили. И то мы выбирались всего раза 3-4, наверное, за все это время, пока я в Москве живу. Ну ладно, вру, может 5. Может 5 мы ходили куда-то. То есть, ну, я если гуляю, то гуляю только с чайкой. Капец. Мне, конечно, есть с кем гулять, но я не особо кого-то хочу звать или еще что-то. Вот. I saw your friend request. Вперед, так. Не, не туда. А, нет, подожди, мы же здесь были, да? Мы здесь были, здесь злой и страшный серый волк. То бишь элементаль. Побежали к следующей точке. А, ты ездила на рубин смотреть, а потом с птичкой гуляла. Да, но на выставке я была сама. Птичка пока подъехала, я уже там все обошла. Вот, а потом мы просто прогулялись, попили этот глинтвейн. И все. Было холодно, и поэтому мы быстренько поехали по домам. Так, новая отметка, спрятанное сокровище. Ну-ка. Да кто? Ёб твою мать. Опять. Ты кто, братишка? Может, не обязательно с ним драться, а? Может, не ко мне бежит? Не. Это записка? Нет. Где записка? Вот она. Не захотел нам батька ничего выделить из наследства. Сказал, дескать, младшим детям дули с маком полагается, что Янка все получит, а нам по свету бродить. Ну так мы и пошли, и у меня уже свой надел имеется. Холмик вот, едва с болот виден, пара деревьев да камыши. Растить тут ничего не выйдет, а оно и не надо. Не бывало нам места в поле, так мы... Орала и мотыги больше в жизни не тронем. А на что жить будем? Я так скажу, ничего хорошего мы от людей не видали. Так мы им тем же по заслугам и отплатим. Или сами нам отдадут. Что захотим и к чему эта записка, что не поняла. Как открыть? Закрыто. О, открыть. Меня сейчас не завалят там. Я все получила.
Я смотрю, просто идет он сюда или нет. Бежим. Бежим. Какого он уровня? 22-го? Чувак, не хочу с тобой драться. Отстань. Или подраться с ним. Давайте я на всякий случай сейчас сохранюсь. А теперь можно идти драться. Давай драться. Где он? Братишка! Да ёб твою мать. Ай. Какой-то он не сильно бьет, по крайней мере. Ай, ой, ой, пошутила я, прости, пожалуйста. Прости! Прости, сказала прости! Прости, прощай, мой белый бес! Отлично. Что мне? А мне с него не дали никакое, да, это... Так, трофей Виверны. Доп. Опыт за смертельный удар по чудовищу. Трофей Гончий Дикой Охоты. Дополнительные травы. Дополнительное золото. Трофей Черта. Вот, доп. Опыт за смертельный удар по чудовищу. А почему у меня трофея нет? У меня же был трофей. Я еще, помните, у Глюши спрашивала, это вчера было. Я еще спрашивала, какой трофей лучше. И повесила. Капец. А какой лучше, трофей черта или трофей виверны? Они, по сути, статы дают одни и те же. Вот этот подороже, значит, вот этот получше. Эй, плотва! Эль, ты для контента собери в кучу чайку и поняшу. И сними видеобаттл. Какой видеобаттл? Что они будут делать? Драться в грязи или что, не могу понять? Гоу на плохих парней в киноху. Блин, я не уверена насчет этого фильма. Я, конечно, не против, но сомневаюсь. Но у меня сейчас денег на самом деле нет. Я бы пошла, вот. Я очень многим сейчас обещаю встретиться. У меня просто тут нет денег. Вот, у меня нет денег. И мне еще нужно сейчас решить проблемы с документами. И мне нужно в течение, там, я не знаю, недели или двух съездить либо по работе, либо на Украину. Я... очень сильно пытаюсь найти работу, чтобы я не потратила деньги, при этом выехала еще и вернулась с деньгами, но у меня ничего не выходит. Вот, и поэтому, как бы, походу, мне придется поехать домой, а если я поеду домой, мне придется еще потратиться. Поэтому я никуда гулять не хожу. Это Эля уже час только бегает и крадет все подряд. Только вообще изи. Вот, я подралась. Что тебе не нравится, понять не могу. Могу пойти по сюжетке. Все, гоу по сюжетке. Вечно вы недовольные, вонючки. Ну и ладно, похожу без вас по вопросительным знакам, потом покачаюсь. Кино проспонсируешь, ничего себе. А, ну точно, ты сейчас на работе, богатый, там все дела. Не, мне будет неудобно на самом-то деле, так что это такое. Я написала это до того, как ты подралась. А, окей. Доброй ночи, Пополупула, сладких снов. Выходит, воровка, а не ведьмачка. Кек. Тупо кек. Ты нам недолго бежать, интересно? Долго. Очень долго. Давайте вот сюда добежим. Не торопись.
Блин, по горам что-то она так странно бежит. Короче, плотвенья-то. Отдохни. Так, что, кто тут? Пожилой человек, здравствуйте. Так, здесь есть, кстати, вопросительный знак рядом. Может, сбегать? Как думаете? Давай, давайте, наверное, сбегаем. Плотва, гоу, это быстро кабанчиком сметаемся. Вперед, моя лошадь скаковая! Так, что не могу понять. Так, да. Моя лошадь! О, там накеры. Воу. Это. Гнездо. Ля-ля-ля-ля-ля, повылазили пиздюки. Кого-то еще не залутала. Так, ладно, я сейчас выполню, наверное, сюжетку и пойду отдыхать. Но в плане... это я вам говорю, что я пойду отдыхать. А на самом-то деле... Ой, тут какой-то животный. Это кролик, что ли? А на самом деле я пойду готовить жрать. Потому что я очень хочу есть. Вот. А мне еще приготовить. Подожди. Я пока буду готовить, я с ума сойду. Поэтому мы сейчас сюжеточку закончим. И, наверное, на сегодня закончим. Я, кстати, обещала сегодня что-то вечером посмотреть. И опять балаболка не это... Не сдержала свое слово. Ой, тут подождите, тут у кого-то квест можно сделать, лол. Ну давай. А вы, Милсдарь, на север путь держите? А что? Так ежели на север, может, глянули б, что с нашими ребятами случилось. Больно долго они не возвращаются. Что есть or okay, how to write it? I want to eat. It's almost like you write first time. Недавно с юга шел караван купцов. Наняли наших ребят, чтоб им дорогу до мостов показали. Вчера должны были вернуться. Хорошо, я посмотрю. Томил, мой брат их вел. Пушковитый парень. С ним и говорите. Остальные-то... Так, заказ призрак тракт. А чего? Лен. А где она? А, вот. Блин, там с кем-то сражаться сильным надо будет. Тигринский конь. Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Кто-то был связан. На веревке наспех перерезали тупым ножом. Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, но потом они обрываются. Следы когтей. Тварь напала с воздуха. Судя по следам когтей, это виверна или велохвост. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали.
Интересно, это то, что я слышала запах? Будет чувствоваться еще много часов. Или нет? Чуть с виверной буду драться, что ли? Жесть, я уже этих виверн столько нарубила, если честно. Прям караул. Недавно что-то бегала, и... След ведет в пещеру. Нашла этого... какого-то грифона, но он мне не по уровню вообще был. Я даже не видела, какой у него уровень. Одного он догнал перед самой пещерой. Опять тут темно, я жопил кого-то. Господи, твою мать, пожалуйста, помоги. Ох, ладно, не поминаем в сумме, да? Милостивая крылья, у вас по тьмах так глаза светятся, что я сперва подумал, будто ящер идет. Тварь, напавшая на фургон, какая она была? Здоровая? Здоровенная была скотина, здесь протиснуться не смогла, а зубища у нее были, едва мы утекли. Интересно, догнал ли он тех купцов? Так им и надо, с сучаром. Теперь первое дело выбраться отсюда. Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Кого-нибудь из вас зовут Томил? Да он вот там лежит. Догнал его ящер. А вы-то откуда знаете? Его брат просил меня вас найти. Рассказывайте, что здесь случилось. Купцы нас наняли, вроде как их на дороге охранять. Мы оглянуться не успели, они нас цап и связали веревками, как баранов. Зачем? А вот это они нам как раз аккуратно объяснили. Что мы, значит, топереча неизбежные жертвы во имя прогресса торговли. И потому они нас оставят у телеги чудищем на съедение. И правда. Летел ящер, как по заказу. Чудище, должно быть, привыкли, что по этому тракту перевозят припасы для армии. Ну да, умная была тварь. Сразу нам отрезала дорогу, так что пришлось нам сюда влезть. А вот бедный Томил не успел. Я займусь чудищем. Виверны часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду, так что искать, думаю, недолго. Мы тут подождем, чтоб не мешать. Королевская виверна. Вот это мне повезло. Королевская? Это что, она мне сейчас пиздюлей, что ли, наваляет? Или что, я понять не могу. У меня еще и масла против драконидов нет. Вот это вообще кайф. Блин, твою мать. Блин, а что мне делать, если объективно у меня нет этого? О, улучшенные сапоги школы кота Кек. Наваляет, да? Твою мать. Я с этой кошкой сейчас ослепну. Господи, какое все яркое, твою мать. Не могу понять, мне на гору надо или что? Не показалось ли, я уже услышала взмахи крыльев? Твою мать. Гнездо. Суки, собаки.
Что за красная херня, не поняла. Блять, что делать, блять! Ёб твою мать, блять! Помогите! Ты ведьмак дебил или что ты делаешь? Я понять не могу! Блять, у меня до смерти один пук просто. Надо его уничтожить. Это не они напали на этих людей. Здесь где-то притаилась королевская виверна. Надо уничтожить гнезда, а то они снова расплодятся. Так, но это не они, да? Когда виверна оказалась у меня, и стримера и забайтила. Сейчас будет мясо. Блять, надо было сохраниться, да? Ух, ёб твою мать. Стример сейчас рипнется, походу. Помоги мне, сердце гибнет. Куда пошла, сучка? Изи. Вообще легчайшие виверны в моей жизни. Что вы меня тут пугали, что мне наваляют? И как же вот это называется? Королевская виверна. Они редко бывают такими крупными. Откормилась, покуда людей на тракте жрала. И как вас звать, милздарь? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Будешь что детям рассказать. Обрыв реально был сложнее, чем виверна. Это что, мод на море крови? Ну, не на море, но на кровь, да. На эффекты кровеносные. Так, интересно, а что дает королевская виверна? Надо глянуть, что дает этот трофей. Трофей виверны. Ну, так... То же самое. Нихера она не королевская, ёб твою мать. Херня якась на пустом масле. Не, волков не трогаем. Дальше идем. Целая стая волчат. Негоже убивать целую стаю волчат. Правильно? Надеюсь, они за мной не придут. Здравствуйте. Я нашел ваших друзей. Да я с ними уже говорил. Эх, жаль, Томилу не свезло. Вот вам. Держите-ка. Спасибо. Прощай. Вперед, плотва. Наполнится, а? Если бы не хозяйки, что в чаще... Ого, получено опыта 250. Прилично. Так, мне нужен квест. Квест, который вот этот, по этого палим. Так, самый топовый трофей с Туманника и Суккуба на голду. Ну, у меня они есть, и тот вроде. Но я не знаю, есть ли смысл их вешать. Вот в чем прикол.
Типа, ну, у меня и так есть 12 тысяч, уже скоро 13 будет серебра. Это мало или нет? Какая работа? Это было вроде как 15% дают. Это если ее убить, наверное. Я просто ее не убивала, и у меня есть вот волос. Волос дает 5%. Шевелись, Матва. Ну, вроде говорят, в игре будет 2 суккуба. Я читала, короче, про них. В игре будет 2 суккуба, и легче всего, короче, может, второго просто убить. Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд вызвали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить людей. Мы же сделали план с Доплером, нет? Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Людика. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался. Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предами не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был... заворот кишок. Если она останется, ее убьют, да? У меня такое ощущение, что если она останется, то ее убьют, потому что Геральт не сможет за ней следить. Ее 100% ранят. Чатик, помогите. 23 тела, ага. Не убьют? Окей. Если не убьют, тогда окей. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в Гвин? Да, сыграем. У него 11 карт, у меня 10. Винт на раздевание, ага. Ты главное в последующем квесте с Присциллой не налажай, а то обидно будет. А что там будет? Я ж не знаю.
Но я в любом случае сейчас, наверное, уже буду заканчивать. Это уже 11:30. А что это за казнь? Ну, теперь узнала. Блин. Что, сейчас проиграешь, что ли? Бля, у него две казни. Это твою мать. Да, я всосал. Я снова выиграла? Ну надо же! Ну что, еще партийку? Если у вас кончились деньги, можем сыграть на... Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь. Лёшка, говнюшка! А, я с Присциллой могу сделать секс? Или нет? Или она любит Лютика? Лютик, зараза. Геральт, езжай за ним! Эти, оставь нам! Поехали туда. Осторожнее, еще троих высрало! Потерял. Придется поискать следы. Четкий. Конь был тяжело нагружен. Съехал. Блин, как же кушать хочу. Просто я бы сейчас сожрала кого-нибудь. Баглюшу сейчас сожрала, серьезно. Осуждаю там каннибализм. Какой-то смятый листок. Но вспомнишь жестокое сердце, что словом холодным отказа разбило. Да, он ведь будет переживать, когда узнает, что потерял это словоблудие. Следы копыт. Плутаемся. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись.
запах. Да, ночью бакалера. Лютик всегда льет на себя духи ведрами. С такого следа не собьешься. Глазки болят уже. Не могу. Хочется пить, кушать, глазки болят. Суть легче. Лошадка бедная умерла, что ли, от перенапряга? Не могли уйти далеко. Садись сюда. Сюда, говорю. И молчи. Ясно, ясно. А что дальше? Сколько ты собираешься держать меня в этой хате? Тихо. Я буду тихо, можешь не бояться. А эти изюшки... В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый? Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. И где он? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть... Цыц! Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь погреба. Спасибо. Так. Сзади, через садись дверь. Сюда. Сюда, говорю. И молчи. Ясно, ясно. А что дальше? Сколько ты собираешься держать меня в этой хате? Тихо. Я буду тихо, можешь не бояться. А если не слушки, уже... Найс. Блин, я руина. Боже. Завтра суббота, да? Ой, у меня завтра выходной получается. Точно, я же завтра вечером еду на гуляние. Нет. Оу, вау. Какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть как цыплёнок. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, 100 слитков золота. 100 слитков золота, ни больше, ни меньше. Не будь я Юлиан Альфред Панкратс, Виконт де Леттенхоф. Ты принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра... Тихо. Я что-то слышу. Что? Нет, нет. Только не да ёб твою... Ах ты, сука! Ах!
полутаемся еще, чтобы он не базарил. Он же потерял шапку. Обязательно надо все испортить. Как раз когда я разработал. Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что? Пойдем поговорим снаружи. Присыла! Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. А, жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но... Геральт? Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему? Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. О, значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься? Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. Найс. Да господи, ну беги, какая тупорылая нахрен лошадь. Придется бросить коней. Уже недалеко. Зараза. Арестовать? Ха, какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки.
А лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь целое состояние. Еще посмотрим. Похоже, к старости ты становишься все сварливее. Я просто беспокоюсь. Таком Ацири? Геральт, верь в нее. Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? О, ты забрал ее, ублюдка? Вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. А-а-а. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А наш общий приятель Сиги Ройвен, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Да, Федор Сплюм. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда... Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить, а я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она проклята. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. «Вафайль эляйне кайдмиль фолия, гладив дорны айптенайт бундруитне ияхус». Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Слушай, так это завтра. Сегодня мало. У тебя еще очень много времени. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр Морхену. Да, она по-прежнему живая и порывистая, но она еще упряма и молчалива, как ты. Точно. Она снова ускользнула, а я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно, в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Что я тут должна была заруинить, я так и не поняла. В последующем квесте сцены не налажай. Так, кровь и вино. Поздравляем, теперь вы можете сыграть в дополнение кровь и вино. Задание, которое вы отслеживали, сменилось на первое задание крови и вина, однако мы рекомендуем браться... Ага, поняла. Мы того, спасибо тебе сказать хотели. Так что вот, держи-ка подарочек. Портрет иерарха. Как мило. Ой, на самом деле ничего особенного. У нас таких много. Только не говори, откуда.
откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай. Так. Чё, всё на скеллиге, да? Шуршик, писюшка малая, он писюшка малая, он писюшка, писюшка малая. Не надо ли тебе чего? И другие квесты я здесь поделаю вне стрима, так что нормально, можно уже заканчивать, сейчас я на скеллиге приеду. Вот, чтобы там уже сюжетку дальше проходить. Чего такое? Могу понять, что они орут. Так, идем тогда на пирс, ладно. А денежка какая-нибудь найдется? Нет. Может, да, может, нет. А может, иди ты нахер. Спасибо. Добрый ты человек. Каев. Так, ну я так поняла, здесь нет этого капитана, что ли? И чё? Чего хотите от меня? Куда? Что за тебя? Нет, так, я тебе морду не бил. Блин, ну какой корабль идет по на скеллиге, твою мать? Ладно, проверим еще третью точку. Там просто вон капитан был, но она почему-то мне не ответила. Сегодня почтовый корабль не пришел. Не пришел и, наверное, никак. Кто капитан этого корабля? Он перед тобой. Ну что, вылупился? Да, здесь капитанствует баба. Я должен попасть на скеллиге. Не на этом корабле. Я хорошо заплачу. Островитяне живут морским разбоем. Я рисковать не собираюсь. Ты плавала туда когда-нибудь? Послушай, островитяне нападают на всех. Если кого ненавидят, тот же Нильфгард. На того нападают чаще. Но на самом деле для них большой разницы нет. Однажды взяли меня на абордаж. Хотели, наверное, проверить, капитан я или баба. После той свалки хватит для меня скеллиги до конца моих дней. Раз только глянуть и видно, что вы застрелят. Когда вырасту, стану мясником. Давай. Баба-капитан, это не просто беда. Maybe, maybe, baby. Говорили, острова ведут войну с черным. Хрен там они. Ничего еще. Чудо, что вы вообще не все. И капитан этого корыта. А что? Сколько будет стоить нанять этот корабль? Единство народов не нанимается. У владельцев свои планы. А кто-нибудь в Новиграде сможет меня взять на скеллиге? В смысле, есть ли тут у нас психи? Есть, конечно. Волверстон по прозвищу Фляга. Спроси его в Золотом Осетре. Он овечек любит, как островитяне. На том они, небось, и спелись.
осталось. Куда мне идти надо, я так не понимаю. Я уже думала, я сейчас отъеду, а он никуда не отъезжает. И жить не хочется. Ну, устали играть, ну давайте быстрее. Ты Волверстон, капитан Атропос. Погоди, я ли Атропос, капитан Волверстон? Твою мать, кто же знает? Мне надо на скеллиге. Моя Атропос идет на скеллиг. Зерно везу, только тихо. У тебя деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Выясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Поплыли. Топ. Осталось стременную. И на пассажок за удачу. Здоровья мои, Атропос. Поднять паруса. Лол. Чек! Меня херакнуло. Ну хоть мечи с ним, слушайте. Подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на арт-скеллиг. Откуда ты знаешь? На тебе цвета клана Крайт, а арт-скеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. Кайр Трольде у Краха гостит какая-то чародейка.
Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово — ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Каэртроль? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. И придешь к мосту. Ярл сегодня в порту. И твоя чародейка должно быть тоже там. Я знаю одну такую же стримерку. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Это кто? Это кто? Сирена? Охереть. Здесь сирены обитают, лол, кек, чебурек. В принципе, здесь, думаю, можно уже сохраняться. Сохраняемся. И идем в баньки. Ленивый крыжовниковый, да? Понедельник будем дальше Ведьмака проходить. А я пока до понедельника попрохожу чуток вопросительные знаки всякие. Все, всем огромное сегодня спасибо за донатики, за сабики-ресабики. Вот, я вас всех целую, обожаю. Новеньким привет, завтра выходной, стрим будет в воскресенье. Днем мы, как обычно, играем в лол, а вечером мы будем смотреть инч. Всех целую, обожаю. Пока-пока.